Друзья, всем привет! Я сейчас буду проводить свою личную тренировку, но подумала, мне же ничего не стоит поставить камеру, да, включить микрофон и записать ее, потому что, ну, вдруг мои интересы, да, предпочтения в занятиях кто-то разделяет. Поэтому сейчас я буду делать не то, что нужно клиентам, вам, а то, что я бы сделала сама и считаю, что вот именно сейчас будет для меня полезным. Поэтому нам потребуются гантели. У меня по 3 килограмма каждый снаряд, да, временами непросто, но каждые полгода я стараюсь повышать вес отягощения. У меня уже в шкафу лежат гантели в 3,5 килограмма, а потом 4, то есть постепенно я должна прийти к четверкам. Так и вы не застаиваетесь на месте, обязательно увеличивайте вес отягощения. Вот такие дешманские гантели 20 рублей стоят, прекрасно, такие мощные, крепкие, поэтому повышайте отягощение, увеличивайте анаболический стресс, чтобы ваш организм не привыкал к однотипным нагрузкам. Ну что, мы приступаем? Итак, все время тренировка начинается, конечно же, с разминки. Для того, чтобы снять потенциально опасные моменты, начиная вот такие широкие вращения, не хочу делать аэробную разминку, хочу просто пройтись по суставам. Времени у меня мало, там дети орут. Поэтому нужно сделать все очень быстро и четко. Итак, повращали плечевыми суставами, так как я люблю тренировки на плечи. Да, мне нравится качать плечи, потому что они создают красивые пропорции для фигуры. Далее обязательно разминаем тазобедренный сустав. Когда вы выводите таз вперед, ваши кости как бы разворачиваются. Это очень важный момент. Такое простое движение. Еще на физкультуре его все делали, но оно действительно имеет смысл. Также натягиваем заднюю поверхность бедра. Спина прямая в пояснице, даже может быть небольшой прогиб. И поменяю направление. Ощущаю, как натягиваются боковые поверхности, бедра. Раскрываю пах. Да, рождение троих детей не прошло бесследно. Одна нога заедает, постоянно в паху хрустит. Короче, вечно что-то не так. А теперь я остановлюсь и выполню наклоны корпуса по принципу good morning, да, с двойным прожимом. Раз, два, вытянула. То есть ягодичную тянусь сзади, колени согнуты. Смотрите, лопатки, да, именно вот угол лопатки, он торчит кверху. Немножко прогибайте спины и самый важный момент, не запрокидывайте голову. Вот это все, это показывает сразу, что вы ничего не знаете и не понимаете. Не лишайте свой мозг питания, не передавливайте себе артерии. Ровная линия, вот, от копчика до затылка. И теперь на каждый счет 8, тяну 7, ощущаю бицепсы бедра 6, 5, затылком в стену 4, 3, хорошо, 2, сейчас мы остаемся, опять же, острые лопатки, вот так, лопатки кверху. Удлинила всю заднюю поверхностную линию и вот так деликатно прокачала для того, чтобы снять опасность бицепсов. Очень не хотелось бы что-то себе подтянуть. Кстати, вот скажу вам, там за 15 лет моей работы я ни разу не травмировалась на тренировке. Я очень часто травмировалась в жизни, в быту. Теперь немножко ниже. И поочередно будем выпрямлять колени. Например, там достать ребенка из кроватки ночью, расслабленная, сонная. Тянешься в этот манеж, хоп, поясница, все, не можешь разогнуться. Сколько раз рука отнималась, потому что долго носила. Короче, теперь две ноги. Травмы в основном бытовые. На тренировке ты собран, сконцентрирован, а в жизни ты не очень сконцентрирован. Также можно поднять неудачно ведро воды, пакет какой-нибудь в магазине. Теперь вот так боковые раскачивания, потому что будут упражнения на ягодичные мышцы. И вот хочется их подготовить, вот так растянуть во всех плоскостях. Хорошо, все, с круглой спиной. Фух. Раскрутилась. В принципе, достаточно. Движения будут очень простые, не люблю сложности. Люблю просто, понятно, доступно. Вот такая формула. Поэтому все, беру гантельки, начинаю с разогрева upper body, верхнего плечевого пояса. Ой, гантели кажутся тяжелыми, потому что последние ночи очень тяжелые, у Миши режутся зубы. Чем выше уровень кортизола, тем тяжелее даются тренировки даже с привычными весами. Поэтому у меня по ощущениям гантели как будто весят 5 килограмм.
Ну все, не буду думать о грустном. Значит, всегда правильно выстраиваю исходное положение. Первое, таз опрокинула на себя. Смотрите, можно, конечно, вот так стоять порнушно, да, вот так вот. О, как красиво. Нет, нужно стоять вот так вот, опрокинув на себя, то есть подвернуть поясницу, и у тебя автоматически работают мышцы пресса. А, развернула плечи вот так вот, хрусь, и опустила их назад. Угу. И локтями упираюсь в нижние ребра. Итак, мое первое движение, это будет выдох, вдох. Да, вот так, под углом 90 градусов. Смотрите, угол в локтях я не меняю и удерживаю силой мысли. То есть у меня сейчас работают средние дельты, у меня работают мышцы-синергисты пресса, которые активно не участвуют, но тем не менее тоже получают нагрузку. У меня работают трапециевидные мышцы, это выдох. Это вдох. Итак, у тебя двигается только плечо. Смотри, локоть не двигается. И 8, 7. Раскрой грудь наверх. 6. Прям подтянуться грудью. 5. Шея длинная. 4. Колени согнуты. Ягодицы сомкнуты. 3. 2. И еще один повтор. А теперь я добью плечи. 8, 7. Руки, смотри, локти притягиваются. До конца я сустав не распрямляю, то есть я удерживаю нагрузку. 8 осталось, 7, 6, 5, горит, 4, 3, 2, и такой суперсет. Оп, оп, да. Строим плечи, строим формы. 10, 9, 8, безумно тяжело, 7, 6, мне еще нужно говорить, 5 и дышать, 4, пресс напрягли, 3, 2, 1 и хорошо, бодрит, приятное ощущение запекания пробежало по всему верхнему плечевому поясу. Почему я уделяю такое внимание? Ну, потому что отвратительная осанка, она сразу прибавляет себе 5 лет. Это вот сутуленная спина, вываливающийся живот, и вот такая красавица идет. Ни одна, даже самая красивая, дорогая шмотка тебя не спасет, если твои мышцы как ветошь, если они не держат и внутри у тебя желе. Мои дети смотрят такую программу «Желейный Валерка». Так вот, вижу часто девчонок-валерок желейных. Итак, все то же исходное положение. Вернулась и повторила. Оп. И выдох. Локти не двигаются. Двигается только плечевой сустав. Прижимаешь локтевые сгибы к нижним ребрам. Твои плечи должны набухиваться кровью. Прям действительно увеличиваться в объеме даже к концу тренировки. Держи поясницу. Между двух ягодиц мы зажимаем одну белорусскую копейку. 8. Осталось. 7. Расправь плечи. 6. Утяни затылок наверх. 5. Мышцы имеют память. Как приучишь, так и будет. 4. 3. 2. И отведение. 8, 7. До конца не распрямляй. Ощущение, что ты кого-то обнимаешь. Да? Смотрите, я немножко делаю читинг. Мне очень тяжело. Я уже объяснила, почему. Поэтому я ногами даю тебе небольшой импульс. А вы стараетесь сделать стронг. Такие очень строгие повторы, сильные. 4, 3, 2. И шлифовка. Мы забиваем, смотрите, гвоздь. Забиваем в средние дельты. Плечо состоит из 3 лоскутков мышц. Все нужно развивать примерно одинаково, но именно средняя дает наибольший объем. Поэтому еще 8, 7, затылком наверх, 6, 5, активнее, 4, пампим кровь, 3, великолепно, 2, 1, и финальный. Ух. Хорошо. Ух, уже такое приемное почутье в области дельт. К счастью, верхний плечевой пояс у девушек, да, в принципе, у парней тоже развивается достаточно хорошо. Это связано с тем, что в верхней части тела расположены более чувствительные рецепторы, которые хорошо связываются с гормонами стресса, анаболическими. А вот в нижней части тела в 8 раз больше тех рецепторов, которые такие типа: «О, я ничего не вижу, что ты там худеешь, я не вижу». Поэтому у тебя уже грудь высохла, лицо, руки, плечи, а тут, извините, можно прокормить половину Африки.
Это нормально, ты женщина, поэтому смирись и не расстраивайся по пустякам. Берем гантели и возвращаемся ко мне. Выстраиваем правильное, красивое исходное положение, то есть сила, уверенность в ногах. Ноги – это такие столбы, да, забили их поглубже. Опрокинули таз, стабилизировали кор, убрали второй подбородок путем приведения лопаток в нижнее положение, шею вытянули, почувствовали, как натянулись трапеции, развернули гантели запястьями ко мне. Итак, на выдохе стоп, на вдохе медленно притянули к себе. Итак, мастерство – это количество повторений, поэтому хотите быть мастером, одно и то же упражнение нужно повторять много раз. Не пытайтесь скакать по движениями, выбирать только каждый раз что-то новое, необычное. Нет, существуют базовые движения, которые вы будете делать 5 лет, а то и 10. И они все равно будут работать. Вопрос только в том весе, который вы поднимаете. Если вы делаете и ничего не меняется, ну, вы себя жалеете. Купите себе гантели потяжелее, хотя бы трешки. Будет веселее. Выдох. Выполнять качественно и осознанно. Моешь чашку, думай о чашке. Поэтому сейчас нужно сконцентрироваться на бицепсе, на дельтах, собрать мышцы пресса и усилием от мозга направляем импульс именно наверх. Осталось 4, 3, мышцы уже хорошо утомились, 3 подход – это всегда прогресс, 2 и выбросы в сторону, 8, 7, 6, глубже к себе, 5, если мышца не натянется, она не сократится до конца, 4, 3, 2, пожалуйста, еще 8 раз. О, я пропущу пару повторов, потому что боль нестерпимая. И 4 осталось. 3, 2, и добила. И 8, оп, 7, акцент наверх. 6, 5, 4, 3, мы просто так не сдаемся. Еще 8 повторов. И 8, 7, качественно. 6. Вены, где вены? 5, 4, 3, 2, 1. Final. Есть. О, хорошо. Так, все, сверху я уже себя не чувствую дрыщом. Сейчас поработаем над lower body, низом тела. В качестве расслабления выполняйте самые простые потряхивания. Восстановить кровоток. Чтобы пальцы, да, когда очень сильно качаешь плечи, реально синеют пальцы, потому что кровь, она приливает к работающей мышце. Типа, ну, зачем тебе эти пальцы? Двигаемся на месте, кому нужно, поддерживаем уровень водоснабжения, поэтому сделайте 2-3 глотка. Я на тренировке не пью, я пью после тренировки. Вот заканчивайте, у меня либо пол-литра, либо литр, я пью одной дозы. Ну, то есть, это моя личная какая-то фишка. Не люблю я бульканье, такое, знаете, состояние наполненности, потому что, когда пьешь, мне хочется выпить сразу много, а нельзя себя заливать, тушить свой пожар. Поэтому лучше я уже всосу литр минералочки после. Все, мои хорошие или мои плохие, берем гантели и идем дальше делать ненавистные приседания, которые очень хорошо работают, проверено. Итак, перенесу вес тела на правую стопу, левую выполняю подшаг, как сзади. Смотрите, это не широкий шаг, это не сплит приседания, то есть вот так, достаточно узко. И сейчас самый важный момент, нужно вот так вот, смотри, отвести бедро в сторону. Сможем так сделать? Да. По идее, оно должно у всех работать. Вот так, колено, хорошо видно. Итак, плечи. Грудина наверх, смотри, лопатки, оп, свели вместе. И теперь смотри, на вдохе мы опускаемся. Давление вот здесь, на правой ноге. Левая, она почти не держит, смотри, вдох. Видишь, колено уходит в сторону. Это очень физиологичный присед. Почему физиологичный? Впереди стоящая нога выполняет опорную функцию, колено сгибает. А вторая нога, она развернута. То есть вот сидеть на корточках, посмотрите, в принципе, человечество было создано для этого. Наш таз устроен таким образом, что это нормальное положение. Поэтому вы можете посмотреть, как глубоко присесть вдох, а на выдохе вот так кончиком носа медленно. Стоп. Оба колена согнуты. Мы не выпрямляемся. Запомнили? Поехали. Вдох.
локти заблокировать, никаких лишних движений, вдох и приготовились, 16 повторов, начали. Чем глубже сели, тем больше ягодиц задействовали. Колено уходит не вперед, таз уходит назад. 5, 6, 7, 8, еще столько же. 7, 6, 5, хорошо. 4, колено смотрит в сторону. 3, 2, 1. Внимание, наклон корпуса, да, по принципу тяги. Вдох, на выдохе, вдох, на выдохе. Отводим седалищные бугры сзади. Вес тела концентрируем на правой ноге. Левая – это 1% опоры. Я могу ее убрать, и ничего не изменится. Вдох, сведи лопатки вместе, удлини позвоночник вперед. 8, 7. Мы тянем, да, мышцы большие ягодичные, которые отвечают за объем всего вашего фасада. 3, 2, 1. Останусь. Смотри. Вниз. Вниз. Мои гантели ныряют по принципу розетки. Оп. И 8. Глубже. 7. Нам нужно надорвать мышцу. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И завершаю рвущей тягой в нижнем положении. 8 уколов. 7, 6, 5. Давим пальцем. 4, 3. Как на кнопку. 2. Наверх. О, кошмар. О, боже. О, конечно, клиентам я бы такую жесть не дала, но, как я и сказала, это моя личная тренировка, а вы на них гости, поэтому будьте добры делать все и слушаться. Фух, хорошо. У нас с вами всех разные генетические параметры. Я знаю, что мои ягодицы отвратительны, не склонны вообще к увеличению, такие плоские, H-образные. С очень большими ногами. Поэтому для того, чтобы увидеть какой-то результат, мне нужно вкалывать. Мы рождаемся с определенным кубическим объемом. В среднем это 300 кубов. В среднем. Для скромных форм. А есть девочки, которые рождаются уже с 500 кубиками. О! Они вот так вот два раза сделали. И все. Там красиво, потому что там есть материал. Есть из чего лепить. А когда у тебя спанч боб приклеился к ягодицам, естественно, все очень грустно. Поэтому тебе придется бьёпывать, да, с тяжелыми гантелями очень много лет, чтобы выглядеть, ну, хотя бы менее ублюдка. Берем гантели, меняем ногу, приготовились. Вы уже все знаете. Развернули, да, кости таза, подвздошные гребни, хоп, прямо, то есть таз не уводим. Присели, амортизируем движение вот так вот плавно, вдох-выдох, погнали. Гантели желательно должны касаться пола, прям стукать. Не давите на сзади стоящую ногу, смотрите, ну по идее мы можем, да, сесть как бы и без нее, но не очень удобно. Вдох, выдох, вдох, дышите правильно, не нарушайте паттерн дыхания. Давайте мышцам достаточно оксиджен, кислородика. 8, осталось 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Финальный. И потянула. Вдох. Вдох. Лопатки сведены. Позвоночник удлиняем вперед, седалищный бугор толкаем сзади. Не давите на сзади стоящую ногу. Попробуйте ее оторвать и проверьте, сможете ли вы. 8, 7, 6. Думайте пальцем. 5, 4, 3, 2,
остаюсь в нижнем положении, удлиняю позвоночник и выполняю свинг, раскачку. Вдох, выдох. Оп. Ныряем глубже, руки расслабьте, они должны свободно летать. 8, 7, 6, 5. Хорошо. 4, 3, 2. И у нас остается 8 уколов. Уколов болезненных. 8, 7, 6, 5. Вырываем. 4, 3. Активней. 2. Наверх. Под шаг. Хорошо, встряхнулись. Немножко ослабили. Прекрасно. Вряд ли, конечно, у меня что-то вырастет. То есть нужно стараться было в 5 раз больше, чем сейчас, чтобы у меня что-то изменилось. Поэтому у меня нет цели сейчас меняться, там, худеть, толстеть, ничего. Просто выживаю. Отдышалась. Когда во время силовых упражнений у вас поднимается пульс, вы прям как лещ хватаете воздух ртом, это значит, что ваши мышцы потребляют кислород, много кислорода. А значит, упражнения, подход были эффективными. С гантелями марш, растрясли булочки. Хорошо, выполняем следующее упражнение в режиме 2 к 2. 2 махи, класс. 2 маха, стоя вертикально, давайте покажу. Лопатки, так, и выдох, вдох. Смотрите, гантели не в сторону, а немножко перед собой. А еще 2 выполняю в наклоне по принципу крылья на задние дельты. Стоп. Смотрите, гантели от бедра. Ощущение, что я удлиняю руки, разгибаюсь. Начали. Выдох, вдох. Пресс собран. Руки вперед, дайте пространство под мышками. Подмышки должны дышать. Оп. И держим пресс. Сильная спина. И оп. 2, 3. Наклон. Сильная поясница. Длинный таз. 1, 2. Продолжаем. 3. Не теряем ритм. Надо сжать зубы и потерпеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Руки вперед. 7, 8. Осталось 4 комбинации. Внимание. 3. Оп. И в наклоне. 2. Финальный. Оп. И финал. И молодцы. Гантели кладем, опускаемся. Вы можете взять коврик. У меня коврика нет. Дети украли, поэтому грязный пол меня не пугает. Итак, сразу же, пока не отпустила, если выполняют тренировку мальчики, а у меня есть такие мальчики, с носков, если девочки, тоже с носков, шучу, можно с коленей. Итак, выполняем сейчас дабл памп, отжимание, двойная накачка. Первое, что мы сделаем, это правильно принимаем позицию курлёжа. Не все умеют делать правильно. Итак, таз нужно опрокинуть на себя. Смотри, вот это... Вот это вот порно-отжимание. Нет, не пойдет. Таз подвернули. Итак, немножко округлили спину. Руки строго, сустав под суставом. Смотри, вот такие отжимания. Отстой. 1, 2. Перпендикулярно. Смотрим. И 1, 2. То есть двойной памп. Подкачали кровь. Заполнили шлюзы. И выдавили. Начнем с 8 повторений. Итак, настроились. 3. Опрокинули таз. 2. Стабилизировали пресс. Сказали аллилуйя. Начали. 1, 2. 1, 2. Держим пресс. 1, 2, 3. Есть. 4, 5, 6, 7. И внимание, 8 одиночных синглов. 8, 7, 6, 5. Дышим. Живот. 4, 3, 2. Финальный. 1. Фу, хорошо.
Я помню момент, когда после третьих родов, я вам клянусь, я ни разу не могла отжаться. Я лежу на животе и пытаюсь. Ой, ничего не получается, просто нет мышц, нет сил, вообще ничего нету. А ведь до этого я тренировалась много лет, понимаете, как просто все потерять и как тяжело это восстановить. Год усилий, чтобы начать отжиматься и подтягиваться хоть немножко. Возвращаемся и выполняем еще один суперсет. Два, 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 плюс отжимания. Да, чтобы мышца достаточно стрессанула, ее нужно в одной и той же плоскости хорошенечко нагрузить. Настроились, вдохнули, выдохнули. Осаночка, немножко улыбочки злой и... Я ничего не буду говорить, поэтому вы все знаете. Технику я объяснила, да? Услышьте себя. Выполняйте так, чтобы вам было тяжело. Четыре. Три, два. Финальный. Кладем гантели. И поехали. Восемь двойных отжиманий. Три, два, один. Начали. Раз, два. Первый. Второй. Третий. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И, внимание, восемь одиночных. Восемь. Семь. О, руки отказывают. Шесть. Сейчас немножко отдохну. Продолжу. Пять. Четыре. Три. Рожать было легче. Два. Финальный. О, черт побери. Как мне потом малого носить ночью, я не знаю. Фух. Все, молодцы. Я бы еще немножко позанималась, если честно, времени нет. Я слышу, там уже все орут. Вот, поэтому спасибо и на этом, что смогла выкроить время в такой сумасшедший день. Фух. Так, вы можете сделать легкую заминку, да? Там самостоятельно немножко потянуться. Расслабить, удлинить те мышцы, которые мы с вами сегодня проработали. Ну что ж, если вам понравилась моя личная тренировка, напишите, мне несложно поставить камеру, да, и снять для вас. Может быть, кому-то тоже будет полезно. Понравилась такая немножко повыше интенсивность, вот, потому что времени мало, а сделать нужно очень много. Поэтому, если лайк, пишите в комментах, буду выкладывать еще. Всем пока, обнимашки и никому не быть.